В этом видео будут несколько самых покупаемых товаров на этой распродаже 11.11. Приятного просмотра! Всем привет! Это очередная порция популярных товаров с тысячами заказов на AliExpress. Черная пятница уже в самом разгаре и продлится до утра 28 числа. Так что поспешите купить понравившиеся товары со скидкой. Ну и купон не забывайте использовать, который есть в описании. Швабра для пола с отжимом X-Type. Самая маневренная швабра. Она идеально чистит пол без разводов и лишней воды. Чисто и за считанные минуты. Благодаря удобному функционалу уборка дома будет занимать значительно меньше времени. Очистка фибры от мусора происходит простым движением руки. Ручка швабры очень крепкая. В самом наконечнике встроенная дополнительная щетка для чистки трудонаступных мест и для очищения главной большой щетки из микрофибры. Эта швабра может вращаться на 360 градусов, легче чистит края и углы. Благодаря уникальной системе отжима вам не нужно будет возиться в грязной воде, выжимая тряпку. Теперь все это делается в одно движение. Данная напольная швабра спроектирована так, чтобы быть максимум комфортной во время уборки. Складной нож электрика Work Pro с быстрой сменой лезвий используется в строительстве и ремонте для резки кабелей, картона и множества отделочных материалов. Корпус выполнен из литого металла и имеет мягкие панели из двухкомпонентного материала. Нож комплектуется 5 лезвиями из нержавеющей стали. Преимущество такого ножа в том, что он из сильной и прочной конструкции, позволяет использовать его при больших нагрузках. Корпус ножа изготовлен из цельного литого металла. Мягкие панели на корпусе ножа из двухкомпонентного материала обеспечивают надежный захват. Дугообразная конструкция ручки обеспечивает комфорт, контроль и баланс при работе с ножом. А еще что круто, это мгновенная замена лезвий одним нажатием. Недавно представленные новые смарт-часы от Xiaomi Amazfit GTS. Широкий прямоугольный OLED-дисплей с диагональю 1,65 дюйма и разрешением 348 на 442 точки выглядит очень эффектно. И что самое главное, на нем одновременно отображается очень много различной информации. Кроме того, у гаджета есть модуль NFC и популярная технология контроля сердечного ритма. В умных часах много доступных на выбор циферблатов, а также легко определиться с цветом ремешка. И часы приобретут оригинальный вид, чтобы максимально соответствовать ситуации. Они будут одинаково уместно смотреться на профессиональной встрече и на утренней пробежке. Часы сочетают в себе программные и аппаратные обеспечения для глубокой оптимизации энергопотребления системы и компонентов, чтобы обеспечить длительный срок службы в течение 14 дней. Часы могут непрерывно работать в течение полутора месяцев в базовом режиме часов, что достаточно для пробега марафона или гонки на выносливость. Магнитный USB кабель с быстрой зарядкой QuickCharge 3.0. Новая версия третьего поколения магнитного кабеля с передачей данных теперь с током заряда 3 ампера и функцией QuickCharge 3.0 для всех устройств с разъемом Type-C, microUSB и для айфонов. Такой магнитный кабель дает более простой и удобный способ зарядки телефона и других электронных устройств. Разъем отделяется от кабеля и может всегда оставаться в устройстве. Достаточно менее 1 секунды для подключения кабеля. Встроенный синий светодиодный индикатор загорается, когда кабель подает питание. Новая технология изготовления кабеля значительно повышает его прочность, а магнитный коннектор обладает пылезащитными свойствами. Налобный светодиодный фонарь отлично справится со своей задачей во время пеших ночных прогулок, скалолазания, рыбалки и охоты. Выполнение ремонтных работ, строительства или отключенной системы центрального энергообеспечения. Этим фонарем вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 метров в режиме узконаправленного луча. У фонаря на затылке красная подсветка. Переключение режимов осуществляется нажатием прорезиненной кнопки включения, которая находится у основания фонаря. Корпус выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным. Покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия. Будьте уверены, он вас не подведет. Wi-Fi комплект видеонаблюдения.
является универсальным и отлично подойдет к установке как на улице, так и внутри любого помещения. Комплект относится к современному типу IP-камер с технологией беспроводного подключения по Wi-Fi связи. То есть для подключения камер нет необходимости протягивать большое количество видео или сетевых кабелей от камеры к регистратору. Достаточно рядом с камерой иметь обычную розетку и подключенный блок питания из комплекта. Данные камеры по сети Wi-Fi позволяют передать видеокартинку видеорегистратору на расстоянии до 50 метров. Используемый в комплекте Wi-Fi регистратор позволяет подключить данный комплект видеонаблюдения к интернету и, используя программное обеспечение для возможности удаленного просмотра, позволяет вести запись видео на удаленное хранилище. Комплект включает в себя 2 либо 4 Wi-Fi камеры видеонаблюдения. Они полностью водонепроницаемы и пылезащищены. Корпус из металла, стандарт защиты IP66. Они могут использоваться в любых погодных условиях. Дождь, снег, жара, ветер и так далее. Все камеры поддерживают изображение в формате Full HD. Также они оборудованы светодиодами для ночной съемки, что позволяет увидеть объект в полной темноте на расстоянии до 20 метров. Флисовые перчатки с возможностью работать на смартфоне. Эти непродуваемые теплые перчатки подойдут для катания на велосипеде, мотоцикле, сноуборде и лыжах осенью и зимой. Благодаря плотному неопрену, из которого изготовлена поверхность, эти перчатки защитят надежно ваши руки от ветра, а мягкая флисовая подкладка, приятная на ощупь, сохранит тепло внутри. Зимние перчатки оснащены специальным покрытием на кончиках сразу трех пальцев для управления сенсорным экраном. Благодаря этому не придется снимать перчатку, чтобы поговорить по телефону или пользоваться планшетом или плеером на улице в холодное время года. Кроме этого, внутренняя сторона ладони покрыта силиконовыми насечками для лучшего сцепления с поверхностью, а для более удобного надевания на внешней стороне перчатки есть молния, которая в закрытом состоянии стягивает перчатку на запястье, позволяя ей плотно прилегать к руке. Набор ступенчатых сверел. Это отличный помощник для деликатного сверления отверстий большого диаметра в листовых металлах и пластике. Ступенчатая структура позволяет сверлить отверстия разного диаметра без замены режущего инструмента. Цилиндрический хвостовик позволяет устанавливать сверло в дрель, шуруповерт или сверлильный станок. Сверло имеет коническую форму с увеличивающимся диаметром на 2 мм за шаг. Режущие кромки из стали HSS эффективно справляются со своей работой и долго остаются острыми. При необходимости сверло можно заточить. Изгибы на режущей кромке позволяют протачивать фаску. Благодаря этому материал не деформируется, а отверстия получаются ровными и без заусенец. Wi-Fi эндоскоп является гибким эндоскопом технического назначения. Основная сфера применения – это ремонт автомобилей, промышленного оборудования, исследование труб и прочих задач. Данный технический эндоскоп является универсальным в плане совместимости с разными платформами. Беспроводная передача видеосигнала с инспекционного зонда осуществляется с помощью Wi-Fi модуля на любое устройство под управлением Android, Windows или Mac. При этом дальность беспроводной передачи через Wi-Fi достигает до 30 метров без помех. Характеристики эндоскопа достаточно высокие. Качество HD-видео с разрешением 1600 на 1200. Угол обзора камеры 70 градусов. При этом эффективное фокусное расстояние от 4 до 10 см. Зонд диаметром 8 мм имеет яркую LED-подсветку из 8 светодиодов для использования в темных местах. Также данный гаджет является водонепроницаемым по стандарту IP67, что позволяет опускать зонд под воду или в другие невоспламеняющиеся жидкости. Быстрое зарядное устройство на 48 Вт, что даст вам быструю зарядку сразу 4 смартфонов одновременно. Это зарядное устройство способно заряжать телефоны, планшеты, внешние батареи и любые другие гаджеты, оснащенные литий-ионными батареями. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 3.0 и оснащено микрочипом, самостоятельно подбирающим оптимальный ток заряда ваших устройств. Все USB-порты независимы. Воспользуйтесь преимуществами следующего поколения Qualcomm в быстрой зарядке. Это значительно сокращает время заряда смартфона и планшета с помощью усовершенствованной технологии Qualcomm QuickCharge. А технология Auto ID распознает оптимальный ток любого устройства. Такой системник защищает от перезарядки, перегрузки токов и перегрева. Радар-детектор ловит все виды камер: триноги, стационарные и камеры измерения средней скорости Автодория. Есть обнаружение сигнала в диапазонах X, K, Ultra X, Ultra K, стрелка и сигналов лазера.
Устройство оснащено приемником супергетеродинного типа с типом детектора, сканирующий частотный дискриминатор. Есть обнаружение сигналов ВГ-2, защита от сложных срабатываний, плавная регулировка громкости, режимы город-1, город-2, трасса и умный. В верхней части корпуса находятся 4 кнопки управления и разъем мини-USB для обновления прошивки. Устройство имеет встроенный приемник сигнала GPS для определения местоположения, точного времени и скорости. Используя эти данные, а также координаты из встроенной базы данных, выдаются голосовые и звуковые сообщения о приближении к различным объектам, включая стационарные камеры, радары и системы контроля скорости. Для автомобилистов гаджет просто must-have, да еще и за такую очень хорошую цену. Автомобильный видеорегистратор зеркала станет отличной заменой обычному штатному зеркалу. В нем встроены все необходимые функции, которые обеспечат полноценный обзор и безопасность во время передвижения. Задняя камера при включении передачи заднего хода, там включается парковочная разметка, также поможет легко и правильно припарковаться. Зеркало выполнено по новейшим технологиям, имеет защиту от сколов и чувствительный сенсор. На данном зеркале вы увидите качественное изображение Full HD 1080 с широкоугольным углом обзора 170 градусов. Разрешение записи 1920x1080. Формат сжатия видео AVI. Запись ведется в режиме день и ночь. Встроен 10-дюймовый сенсорный экран с высокой чувствительностью к прикосновению. 12-мегапиксельная камера ведет запись в высоком качестве с разрешением 4032x3024. Используется непрерывная запись для фиксации всех событий. При срабатывании датчика происходит блокировка всех записей. Данная функция защитит ваш автомобиль от злоумышленников при наличии неопровержимых фактов. Скатерть «Мягкое стекло на стол» появилась в продаже относительно недавно, однако за короткое время успела завоевать популярность и пользуется огромным спросом у всех слоев населения, так как имеет приемлемую стоимость и отличные эксплуатационные свойства. Изготавливается данная продукция из прозрачного поливинилхлорида. Она не деформируется и не создает пузырей на поверхности при эксплуатации. Защитная пленка отлично подходит для кухни. Также это защитное покрытие будет уместно для письменного стола. Она сохранит мебель из ДСП, металла и других материалов в первозданном виде. Защитная пленка для стеклянного стола убережет поверхность от различных механических повреждений, поэтому стекло будет выглядеть красиво и радовать своей безупречной поверхностью долгие годы. Вот такие устройства я присмотрел для вас. Вам они были полезны? Что скажете? Заходите на Черную Пятницу в AliExpress, пользуйтесь промокодами и покупайте товары со скидками, если, конечно, что-то еще не купили. Спасибо вам за просмотр и за подписку. Хорошего вам вечера!